Приветствуем коллектив. Всем привет. Ну что, друзья, мы приехали на эвакуацию сегодня. С нами карданы. Этот кардан я отремонтировал, приварил сюда новую все. Ну и также я сделал еще один кардан. В общем, тут, ну тут осталось только крестовину вколотить с фланцем, собственно. Ну и тут лежит еще короткий шрус внизу. В общем, инструмент, чаек попить. Ну и отправляемся. Все, друзья, пошли мы в лес к вездеходу. Слава богу, хоть тут не так далеко. Ну, здравствуй, дракон. Че, вот так надо было к тебе подходить вчера с утра, что ли? Чтоб ты не ломался. Да ладно. Я тоже понимаю, что больше, по большей этой части я тут виноват. Мало ли, чудак на колесо упадет. Так, 100-500 крутил. Снимаем. Ну, пока, друзья, тут ничего не видно такого, что где проблема, как бы так. Так вот, как будто как бы и не видно проблемы. Может, и не в кулаке. Как бы не видать проблемы так вот. А ну да. Вот я мост кручу, как бы. А тут площадь. Ну, как бы. Вот она бы должна крутиться, она не крутится. Стоит, так что, скорее всего, да, в этом кулаке. Что ж, раскручиваем дальше. Снимаем опорник, цапфуй. Все. Достаем полуось. Ну что? Посмотрим, что у нас тут. Так, прокладка. Сохранить бы ее. Надо еще как там. Сейчас посмотрим. Ух ты. Смазка-то тут все свеженькая, можно сказать. Чуять. Смотри-ка, шрус-то целый. Андрюха, дело-то не в шрузе. Шрус совершенно целый. Что-то у нас другое сломалось. Что, у нас редуктор, что ли? Да, вот. А если с той стороны? Ну, здесь можно собирать обратно, я так понимаю, здесь все цело. Все цело, все хорошее, вот, смазочки как надо. Запчастей-то нет. А? Запчастей-то нет, все равно. Ни на редуктор, ни на ту сторону. На редуктор нету, на ту сторону есть. Ну, я ж в УАЗике положил. Блин, или редуктор у нас. Как узнать, в чем проблема-то? Я еще боюсь, что может редуктор быть.
А если редуктор, то тогда, ну, ставить задний кардан, отключать передний мост полностью, вот. И ехать без передка. Вырубай пока. Так, ну что, получается, зря мы тут все это хозяйство крутили. Проблема в редукторе. Обобрала главную пару. Вот он. Я кручу кардан. Ничего не крутится, вот видите. И где-то вот маленько вот повернешь. Вот, и дальше начинает опять крутиться. И все, я опять вот круг сделал, вот. И все, опять вот проскакивает. Значит, в главной паре у нас проблема. Ну, в общем, как смогли, так починились. Надеюсь, хотя бы на одном мосту как-то опять уедем. Дай бог. Потихонечку, в этот раз уж буду совсем потихонечку пробовать. Лишь бы доехать. Самое главное. Лучше побольше лебедиться. Не рвать, не гнать. Да куда тут погонишь на одном мосту? Пробуем. Ну, по ощущениям, задний мост лучше гребет, чем передний. На одном заднем лучше ехать. Все равно как-то. Тихонько продвигаемся. Ну вот и первая лебедка, доехали. Андрюха пошел разматывать. Вот куда-то тут в яму провалился. А ну вот, и это колесо тоже тут. Да вроде не сильно и провалились, а там яма и все. А, мостом сели. Понятно. Думаю, что-то вроде бы не столь уж и провалился. Скорее всего, мостом сел. О, Андрюха сейчас залебедится, выедем. Это вообще провалился. Друзья, все. Вот куда я тут собрался что-то вести, а? Вот это я тут занырнул. Что, он мостом сидит. Смотрите, там ямище какая. А тут еще и пень. За пень зацепился, видимо, я мостом сначала. Все, смотрите. Все, друзья, отправляемся. Я полностью отключил передний мост, выкрутил муфты. Все, сейчас можно тут передок выключить. Все повышено. Все, поехали.
ни металла, ни прицепа. Все в лесу. Но прицеп надо будет потом отремонтируюсь, так за прицепом ехать. Металл тоже не вытащить, ну вообще вот, ну никак. Так что я не знаю даже. Что и говорить-то тут. Так, Андрюха опять сам не захотел ехать по мосту. Чё? Едь давай. Мне ведь не выйти. Мне не выйти. У меня ручки нет. Ручку оторвали. Этот-то ладно проедет. Мне-то как там по брёвну. Вот мы, друзья, и дома. По дороге еще встретили подписчиков, постояли, пообщались. Привет вам, Роман, Славик, отдельный передам. Марине тоже. Все, выходим. Все, дракон дома. Доставлен. Теперь надо как-то прицеп спасать оттуда. Ну, прицеп уж только после ремонта переднего моста. Сегодня, друзья, приехал в поселок ремонтировать вездеход. Вернее, пока что разбирать. Ремонтировать рано. Сначала надо разобрать. В общем, надо снять, выкатить мост, можно сказать. Ну да, выкатить мост надо.
колесами тоже тут небольшая проблемка есть. Но не со всеми. С этим вроде нет. Вот с тем колесом будет там тоже маленько позаниматься. Там болты вот эти подраскрутились. Надо их протягивать. Вон здесь пару болтов не хватает, где-то резьба может сорвана, тут еще, в общем, надо поменять какие-то болты. Так, открутил я шопк, шарнир поворотного кулака, да, здесь открутил, но вынуть не могу, ключ на 15 надо, у меня нет с собой ключа на 15, надо тут как-то еще раскручивать. Сейчас попробую, если полость тут короткая, если так даст вынуть, то так просто выну. Так, вот он уже выходит. Эх, не знаю, куда идти-то тебе. Как бы тебя не оборвать. Тяжелая эта ты. Вся эта шляпа. Что-то мазута-то не особо хочет стекать сюда. Мало ее там. Или неравномерно просто. Не достается отсюда. Видите, друзья, тут все заклинило. Ни в какую. Ну ладно, шланг вроде не оборвется. Сейчас что-нибудь подложу тут. Накидаем тут брусья. Все, со второй стороны точно так же. А потом уже мост тут отпустим, открутим. Думаю, может, Андрюха поможет тут его снять уже. Так вот как-то будем тихонько извращаться тут. О, все, вышло. Прокладка нахрен. Поставим другую. Что-то тут все какое грязное. Ух, тут какая мазюка. Ну ладно, что ж. Все, теперь откручиваю стремянки, мост падает вниз и, собственно, все дела. Все. Все, я редуктор раскрутил, осталось снять, ну и убедиться там, что сломало зубы. Так. Ну да, вон. Тут даже не то, что зубы, а тут половину шестерни-то выломило. Не то, что зубы. Так, перчатки сразу же, конечно, испачкал. Да, вон, повыламывало все тут. Главная пара полетела. Вот они, друзья, обломленные зубья. Вот тут часть шестерни вообще выломила. Вот зуб сломан, вот сломан. Все, дальше вроде целое. Вот. Нет, тут он тоже зуб сломан. Видимо, где-то осколки попали, закусило. Ну что, друзья, кто-нибудь хотел посмотреть на зубы дракона? Могу показать. Вот они, друзья. Вот и показал нам дракон свои зубы.
отчетливо видно, да? Здесь часть обоймы подшипника выломила. Может, я сломал, когда выколачивал. А это вот его зубы. Вот они. Здесь даже он замяло, как все, зубьев. Вот на что стала похожа морковка. Собственно, ни на что не похожа. Подшипники, сначала думал, может, вот зря купил или еще что-то. Нет, друзья, подшипники здесь кончились. Скорее всего, из-за этого и зубья сломало, что, возможно, уже люфт в подшипниках большой, да, зацепление. Да и тут выработка-то, друзья, вот даже вот смотрите, вот по зубу. Видите, какая вот она. Ну, видно, что выработка, она аж вот такая вот вся. Вон они, какие зубья. Смотрите, какая выработка. Так что жалеть тут нечего было. Здесь уже зазорища были здоровенные. Вон оно видно, когда зуб идет, профиль зуба такой. Раз и такой, выемкой такой. Это и есть тот самый, скорее всего, вынос. Хотя не знаю, но насколько он тут критичный, не критичный был, но факт в том, что я думаю, что, скорее всего, вот зазор большой, удары. И благодаря этому и повыламывало. Ну и подшипники, вот они, все порассыпались. Их буквально берешь в руки, они рассыпаются. Так что подшипники тоже однозначно тут все под замену. Нечего было тут и думать, бояться на этот счет, что там вот что-то там подшипники зря купил, не зря. Нет, ничего не зря. Я уж думал, может, как бы на дифференциале, если подшипники живые, так оставлю их, а ничего живого тут нету. Сами можете видеть. Купил, какой был у нас в магазине, но я посмотрел на Валберес, там еще на других. В общем, оригинал стоит вообще космических, далеко за десятку. А не оригинал, другие фирмы. Вот я вот взял Альфа, у нас в магазине был 6735 рублей. Комплект главной пары. На Валберес смотрел УАЗ Тюнинг Групп 5500. В общем, там где-то в районе 5500. В общем, тоже, да, не... Тут хоть я посмотреть могу на эту шестерню, а там что я могу посмотреть? Так, ну что, вот у нас морковка, так называемая, из нового комплекта. Так, сейчас начнем собирать сначала ее. Так, смазать маленько поверхность. Тут совсем уж не скользит. Так, посадка не хочет так просто садиться. Может, думаю, применить горелку, нагреть его горелкой, на горячую одеть. Так, ну вот подшипник немножко нагрел горелкой, и он сам туда вообще от руки просто заскочил. По идее, подшипники надо бы в горячей воде нагревать. Но я так чисто внутреннюю обойму там внутри погрел маленько. Ничего, нормально расширилось. Пришлось также, друзья, ехать еще раз в магазин. Набрал регулировочных колец различных под дифференциал. Ну и под хвостовик тоже для регулировки подшипников. Три кольца взял, все разной толщины сейчас. Будем пробовать с самого тоненького. 0,14 вроде бы, кажись. Первое колечко у нас залетит. В общем, без колец зажимает. Бывает, что не надо колец. А иногда вот без колец, ну никак. Начинает зажимать. Так, ну что, друзья, на хвостовике подшипники я преднатяг отрегулировал. Вот оно с небольшим натягом крутится. Еще посадим, когда в обойму, его немножко обожмет. В общем,
Все, подобрал я регулировочные шайбы. Теперь надо мне поменять в чулках обоймы подшипников под дифференциал. Так, тут уже приготовился. Будем отсюда доставать старые обоймы. Как это делается? Берется сварка, наваривается внутри обоймы, варится. Вот можно даже быстро вот так вот водить. Главное, чтобы дуга маленько горела, и да, быстро водить по обойме, да. У нас подшипник сожмется тем самым, обожмется внутрь, и сама обойма, она выпадет, вылетит отсюда. В общем, научили меня так еще, когда мы работали в лесу, тоже на буханке где-то перебирали задний мост. Таким образом меняли обойму. Прям сваркой водишь, и она сама оттуда выпадает. Возможно, она сейчас от нагрева еще расширилась. Может, когда остынет, ее утянет. Она выпадет. А вот она выпадает уже, друзья. Все. Вот, пожалуйста, обойма выпала. Рабочий способ. Так что берите на вооружение себе. Мы сейчас, пока горячая, быстренько протираем и новый подшипник туда заколачиваем. Так, вторую обойму тоже вот по кругу обварил. Попробуем ее оттуда вытряхнуть. Все, выпало. Все, протираем. Ставим второй подшипник. Все, друзья, редуктор собран, все полностью собрал. Вот такой вот зазорчик на слух, не знаю, великоват, нет, но у меня, собственно, и на заднем такой же. Так что еще смажется с маслом, там масляная пленка, и будет нормально. Так, вот такой кучи металлолома мне стоила вот эта вот поездка. Эти ремонты. Да, вот еще. Ух ты, подшипник покатился. Ролики посыпались. Это тоже все металлолом. Видел, как пакистанцы, там индийцы, пакистанцы восстанавливают вот такие подшипники. Делают как новые их. Не знаю, за счет чего это у них там удается. В общем, смотрел, как-то подшипник рассыпался, он его обратно собрал, там что-то поджал, что-то там туда-сюда. Все, новый подшипник опять. И пофиг, что там все треки уже выкрашились. И ролики квадратные. Ну, надеюсь, главная пара походит. Теперь осталось увести его, поставить на вездеход, все, собственно.
снова в поселок, друзья, приехал устанавливать передний мост вот на это чудо техники. Будем надеяться, что я ничего не забыл с собой взять. Что сейчас делаю? Тут какие-то подставки. Несу сюда сам редуктор. Ну и начинаем собирать. Редуктор собран, у меня отремонтирован. Главная пара поменена. Сейчас на пару брусьев тоже, чтобы мост как-то вывесить на брусья, прежде чем его прикрутить к стремянкам. Ну а потом кулаки вставлю, прикручу и все. Собственно, тут, да, единственное, ага, думал, что забыл, не забыл. Забыл. Одну гаечку забыл, надо было вот эту вот гайку. Ладно, может, здесь найду такую. Потому что тут резьбе. Что-то смотрю, хана вообще. Посмотрим, может, найду такую гайку. Так, инструмент. Ну и редуктор сам. А сразу его туда. Опа. Под дракона его. Все, пойду за чурками за каким-нибудь. Все, друзья, мост я подвесил, уже наживил стремянки. Все, осталось их протянуть, затянуть, закрутить. Ну и можно будет ставить на место кулаки, прикручивать кардан колеса. Ну, с колесом тоже уже говорил, тут надо немножко поколдовать будет, собственно. И дело в шляпе. Так. Ну что, приступаем к установке кулака. Вот так вот. Так. Так, все, можно наживлять болты. Так, тут же ограничитель еще должен стоять. Вот он. Так, надо не забыть налить масло в мост, а то я могу их забыть. Так, ну с той стороны колесо уже поставил, осталось с этой стороны поставить. Тормоза тоже прокачал вроде как. Нормально. Колесо сделал там, болт, там пару болтов не хваталось, выкрутилось на бутлоке. Это же напильник. Как он тут очутился?
Вот тут вот так вот стоял напильник. Ничего себе. Чуть-чуть не хватает. Не хотит. Опустить маленько. Как тебе? Бля. Сил никаких нет уже. Пот просто градом. С меня бежит. О, сестра домой идет. Припахать ее, что ли? О, попал по шпилькам. Все, прикручиваем. Еще надо привод подключить. Не подключен. Пробегусь еще, прошприцую. Вот тут рулевые наконечники, посмотрел, сухие опять. Все прошприцую, да. В общем, все, что увижу. Подписчик мне вот такой вот шприц задонатил. Отдельное спасибо за шприц. Все. Пришприцевалось. Оп. Ух ты. Здесь, смотрите-ка, я не могу продавить. Теперь достать не могу. О. Что-то здесь не хотит этот палец шприцеваться. Не знаю, почему не хочет, друзья. Хотя и шприца нормально все идет. Что-то забит он. Здесь вообще лерки нет. А там с другой стороны, не знаю, подберусь ли. Все, друзья, вездеход опять у нас на полном приводе. На всех
четырех. Одна лапка, конечно, захромала у него. Опять тут есть проблема. Камера торчит. Вот эта камера, друзья. Колеса вот эти под обдирку, я так понимаю, они, друзья, ну, не особо-то подходят. Или, как сказать, недолговечны. Хотя не знаю опять, сколько на них уже. Любой ободрыш, так-то они недолговечны. Вот у меня уже три года, да, наверное, около того. Около трех лет вот эти два колеса. Эти вот я сам обдирал. Вот это я обдирал колесо, так что здесь тоже небольшие проблемки есть местами. Ну такие, просто нитка где-то лезет, да, клыки вон отпадают. Это из-за УЖД я их пообрывал, эти клыки-то, по УЖД когда ездил. Так что вот не знаю. Но на них вот правда, вот их обдираешь, и слой резины вообще вот просто никакой нету. Вообще голая нитка идет, а резины практически нет. Межслойной этой. Допустим, как вот обдирают там краслапоть. Там вот хороший такой слой резины межслоев идет как раз в клине. А здесь практически ее нету. Но здесь рисунок опять вот мне нравится, как по мне она, и я бы не сказал, что чересчур зубастая, да, но даже с таким рисунком, да, у меня трансмиссия страдает, а если бы было там как шестерня, тут вообще бы из дома бы, за калитку бы не выехал, все бы рвало. Все на этом, дракон готов, можно опять ехать, ну, съездить за прицепом и ремонт колеса. Или наоборот, или сначала ремонт колеса, а потом за прицепом. Ну, видать будет, видно будет. Также надо еще ручку на двери отремонтировать. Ну, у меня есть двери, ручки. Ручки, все это есть, замки. Вот здесь замок развалился, все внутренности, там все выпало. Надо просто открутить этот замок, достать, другой вставить. Как бы все.